Иисус преобразился и стал Бога человек, для того, чтобы апостолы знали, что страдания их, несущи веру Его, обернутся блаженством на небе. Святые пророки Моисей и Илья опустились с неба к Иисусу. Апостол воскликнул, как здесь хорошо, но голос из неба позвал Иисуса. Святые пророки Моисей и Илья опустились с неба к Иисусу. Апостол воскликнул, как здесь хорошо, но голос из неба позвал Иисуса. На гору Хавора поднялся Иисус, апостолы были с ним вместе. Лицо его стало, как солнце сияет, и одежда его стала белой. Святые пророки Моисей и Илья опустились с неба к Иисусу. Апостол воскликнул, как здесь хорошо, но голос из неба позвал Иисуса. Святые пророки Моисей и Илья опустились с неба к Иисусу. Апостол воскликнул, как здесь хорошо, но голос из неба позвал Иисуса.